буквально полгода назад открыли свежие станции на ветке TL в Сингапуре. Сверху нас находится крыша. Видите, вот это темное пятно? Это сквозь эту замечательную, навороченную, инновационную, высокоиндустриальную, свежепостроенную крышу, которая, в принципе, не могла прохудиться за это время, капает вода. И вот сейчас вот эта вода капает мне на левую ногу. Это такое отвратительное ощущение, когда ты стоишь под крышей, а тебе на ногу, блин, капает вода. Я остановился ее. Теперь мой ботинок мокрый, несмотря на то, что надо мной есть крыша. Вот так выглядит инфраструктура Сингапура с клевыми, навороченными, красивыми, мощными крышами. Ага, вот отсюда оно капает. Вот, нашел. Сейчас, может, на камеру удастся поймать, но не знаю. Может, не удастся. Да, сейчас, погоди, я попытаюсь. Не поймал, зато в лицо поймал. Отвратительно.